Мерседес-то вот. Почему? Да Петр прошьет тебе нифига. Петр прошьет и не станет репортером. Плюсую, слезьте лучше вниз, сляжьте. Ну, в принципе, у нас еще ящик есть, который нам надо тоже оборонять. Поехали. На репортеру. Первый этаж лучше слезть. Ой, куда воюем? Бэша. Куда воюем? Север. Да. Здравствуй, Паша. Ага. Ты не поверишь, как меня убили. Шальной, походу. Я знаю. Меня так убивали уже. Просто ниоткуда. Пших и все. Да. Прямо в нос. Это, ну, это миссия такой была. Да нет. Их много, да. Они просто зашли еще. Понятно, как тебя вычислили. А, ты не забежал. А, забежал. Я с прицела был, зачитал нос, не успел включить прицел, короче. А, ему тоже не досталось. А, он без знака? Mm. Там гранатка интересная. Кого-то ты там убил, по-моему. Граната или? Нет, я гранаты кидал. А, ну, возможно, да. Может,
Да, наверное, сейчас еще. Сильно быстро. Кто так бежит, бежит резкий парень. Зеленый там. Урпль. Да. На удачу. Ух, ё-моё. У него правый Darkness мешает. Кстати, я понял. Так ты говоришь, что на подавление, я и думал, сейчас я стрелю как раз. На подавление прям не... Я за тебя лежу, короче, начинаю стрелять просто за камень, и ты под эту очередь усовываешься, как я не убиваю. Подстрой. Встал. Подстрой. Вообще не я убил. Какой еще пошел? Хитрый РВК. Поиграй. Ой-ой-ой-ой-ой. РВК там. Ловит ребят. А, из-под этого вылезаю, да? Ага. А здесь, по-моему, атаки надо. Гейм, да. Что вообще? Чтобы один проход только зачистить и все. Иначе просто не вариант. Сюда не перекатами, а вот. Да чё, атаки даже оптики мало было. Паша, чё за фиг? Да? Да, вообще ни одной оптики. Банзай, банзай, всё. Банзай автор. У них там кашка есть, что ли? Питер с РПГ хай. На север почти это. А Вистл без сознания.
Ну что? Что-то видал, что? Ой, зря побежал. Да, он видал, он ждет на целую. Ты где прошли? А, нет. А, не есть. Это вы что? Куда не ГПшни сейчас? РВК. Да, он выжидает, он видел, по-моему, чувака. О, повезло так. Да. Арма. Паша, говно миску удаляй. Чё с ним? Я говорю, я принимаю заявку. Муж сын? Сент. Близим. Ой-ой-ой, бегут в РВК, бегут. Сталкера, да ну его нафиг. Не очень. Не очень. Что, припалил? Он не динамичный. Он разговаривает или нет? РВК. Что это сейчас происходит? Я не понимаю. Я тоже не пойму вообще. И ушел. РВК. Он его, походу, не видел. Наверное. А тот, который в земле видит? Ну, он его слышит, как минимум. Жесть какая. А, это такая карта, блядь. Можно, пожалуйста, больше никогда не включать? Ну, веселый. Как не мог с примера попасть? Да, вообще веселый. Ой, РВК конец. Это же медики попали. Бегаю постоянно, просто. Слушай, это еще жесть, РВК. Подбежал, смотри. Тепочки, война дальняя. Дроздув не слушай, ему насрать. Жесть. Попали в ногу, в ногу. А он вообще с наушниками нет, или он как-то не хранит? Он, по-моему, вообще не видит. Этот в ногу дрочит. Эпик фейл вообще. Блин, на подмогу идут. РВК двое уже идут. Да, мы, по-моему, и не надо, он нормально. Неужели он не слышит? Ну, неужели он не видит его? Жесть. Слушай, он его реально видит. Эй. Чего? А? Ушел. Аутизм был. Аутизм. Ой, господи. Дроздов, но... РВК, ты должен был жить. Попал? Нет. Ну, короче, покушение 3, наверное, от Дроздова пережил. Какого? Что у него там такое? У Иванчика у этого ему в голову прям всадил. Текстуры, Магаюз, бан. Да. Пойдем на видео, потом посмотришь. Что за богатство? Может, даже онлайн у меня трансляция. Да, через 15 минут будет. Нет, у меня сразу. А, тоже? У меня сразу фигачит. Как банда человеку, Паш? За богатство. А с Донику напиши за это. Они, может, себя друг друга перестреляют? Может, это злое место? Да. А, то есть они ждут друга, да? Ой, а там спину заходит, по-моему. Да-да-да. Кто им там? Иван, кто кого убил? Что, будет еще миссия какая-нибудь? Наверное. Время еще есть? Да. Ого.
Во-во-во-во-во-во, сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет у контейнера. У контейнера. Да. А Миванчик, интересно, слышит? Он так шуршит? Нет, там не Иванчик, он тут другой. Инферно. Инферно походит. Хедшот! Что? Что у них происходит? Слушай, это реально фейл. Один что-то глуховат. По-моему, их надо переодевать. Кого это он убил? Чё происходит? Пацаны, чё за фигня? Интернал есть? Ты на столь в живот, я не понимаю. Чё, блядь? О, Кадыщенко убили. А, так это Кадыщ валялся там. Убили. Нет, это то. А я тебя не сбивал, Кадыщ. Я твою жопу. Кисленькая, кстати. В смысле, а кто убил? Враги. А, блядь. Ебать. Опять? Медицина вся есть, а я лечиться не умею. Ой. Это что? Как сейчас топ? Это сейчас как? Боже там на этого. Мистер, что-то там. Чё там? А чё миссия не заканчивается? Чё с ним не то? Там один остался. Да я только на тебя навёлся и хотел стрелять, но Иванчик меня со спины убил. Блин, спросил чувака, кто враги, он мне сказал часово. В итоге на меня что-то казало лежал. Пиздец. Кто кому капешнул живот, что это было? Спит. Что? Ты слышал, я песни пел? Я не слышал, что песни пел, а слышал, ты пополз в атаку с кем-то. Меня просто два раза свои в упор стреляли, думали, что все враг. Да ты что, как вот замечательное такое чувство, когда по тебе свои да, стреляют, да? Бомбануло сразу. Вот представляешь, как он сбомбануло, когда по нам бетер стрелял? Да. Какой бетер? Какого фига американцы с калашами? А я в сарае убил кого-нибудь? Ну это Бонза, все вопросы, это он автор. Хорошо. Где ты видишь американцев? Ну вот, вся синяя сторона, не? Это что, американцы? Дайте им 58. Это сила правоверных. Когда в амбаре вы сидели кого-нибудь в своих. У меня было огромное желание выстрелить из РПГ по этому беттеру, но у меня, к сожалению, не было РПГ. Как бы этот стрелял? Ну, мы ехали и стреляли. Не убил. Кого там? Что какой ТР, я не понимаю, о чем вы. Я слышал, вам гранат кидали, когда кто-то с воздуха. По предыдущей миссии, не поэтому. А. Когда Каркарыч был. Я слышал, вы понимаете, гранаты вообще закидывают сверху кто-то. С севера. Так, нам... Что-то странное. По нам просто ГПХи полетели, мы и начали стрелять. Игорёк своих убил, что ли? Много спины или что там? Не знаю. Иванчик убил меня. Я услышал. Ой, как здесь вот прям рядом. Вот подбежал, сейчас будет его... отличный вход. Как по учебнику. Вот у меня на два продвинулись. Когда мы зашли в туннельчик. Это, вы что, все на юг пошли, что ли? А? Или вас так всех убили быстро? Ну, убили. Класс. Север просто почистил. Я же говорю, не баланс, одного человека не подало нам. Знаешь, кто меня убил? Кто? Иванчик, я подбежал к дому. Ну, правильно. Он говорит, кто подбежал? Форма у меня белая, берет мне. Блин, письмо-то в голову прилетело, нормально. Правильно, что тебя убили, нефиг. Так, я мог врага убить, ты понимаешь? Я уже нацелился, а тут сзади с калашами. Что север не задымили? Смотри, Игорёк уходит. Смотри, вот смотри, как, смотри, как отлично. Опа, как по учебнику прям, видишь, как входить надо? Да. Нет. Один, один! Сейчас смотри, что затащит. Зашёл, да, чётко. Я потом дальше встал посередине. Помнишь спитера против БТР и батальона? Вот это вот. Брат его. Брат Игорёк. Что мы просто решили на камне? Как, погоди, какие БТР и батальоны? Репит, какие БТР и батальоны? Да, был у тебя там. Когда я один против четырёх остался. Бежал в ящику за морфином. А, это последняя игра на ноутбуке моя была, кстати.
Последняя игра на ноутбуке. Вспомнил. После этого ты так больше никогда не играл. Ну потому что ноутбук, типа, все он понимает, что. Там с читами, они прошиты, к железу были привязаны. Да. Так я FPS забрал у людей. И мне по пингу летал. Ну, блин, Иванчик реально. А что у Иванчика с лицом? Хох. У него шапка какая-то непробиваемая там. Нормально все у него с лицом? Нет, сейчас он перестанет пауз. Не, с лицом-то нормально, просто у него на рюкзак. Рюкзак, да. Не, у меня все нормально. Сейчас он остановится, подожди. А, ты имеешь в виду сквозь это пролезает? Да. Ага. Ага, понял, как очки, он спасает его голову вообще. А там ниже рельса, выше это. Такие очки моднявые. Человек-рюкзак. Да. Блин, нам было стрельнуть. А ему могут в кончик носа попасть и убить. Или в челюсть. Там Аляску не знал особо. А рюкзак-то, кстати, простреливается? Да, 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 он простреливается. А то было бы очень эпично так вот, надел рюкзак, выглядывал. Не-не-не, он простреливается, к сожалению. А потом Паша запилил читы, да? Рюкзаки к лицу притачил и бегает. А зачем? С мешком песка просто сделай и все. Это как броня, короче, там из этой, с первой медовой, с черепашкой. О, как, видал? Тактично. Ну прям на нем что ли, взорвало? Да не, живой. Ему все равно его спасать текстурами, текстур миллион. Опа! Паренька зацепила? Не. Слушай, Игорёк хорош, в одного зашел. А у них паника уже. А они сейчас себя перестреляют. Прикинь, репортер убьют. Свои же. Да. Репортер темный, да. У нас идентификация темный. Все потому, что он темный, да, это все потому, что он темный. И что ни расизма даже нету. Ну да, и лицо у него тоже не особо белое. А чем бинокль там смотрит? Кто? Репортер. Высматривает атаку, может, с севера кто-то уходит. Видал, да, как тактично. Репортер высовывается, кстати, что-то он неправильно делает. Такое, он не негр. Опять в эту щель негр лезут все, ну, прямо она вот всех манит. Это щель маленькая. Между контейнерами. Кстати, да, лицо негра это уже читы, потому что его с окна очень плохо видно. Из темных макаров. О, щель! Ха-ха-ха-ха. Жаль, жаль. Готов. Мы решили, что вы стреляли.